Мы не понимаем, что это значит быть свободным, когда ты полностью выходишь над своими желаниями. Мы думаем о свободе, что я не нахожусь в рабстве у ближнего. Но я нахожусь в рабстве у ближнего. Я должен работать, я должен ощущать себя определенным образом, одеваться, есть, поддерживать существование, как общество обязывает меня. Это называется свобода? Нет. Я живу под моими внутренними устремлениями моего тела, гормонов. Это называется я свободен? Нет. Я все время гоняюсь за наполнениями, наслаждениями. Я свободен? Нет. Я чувствую себя свободным в чем? То, что тело мое хочет, я наполняю. Почему это называется свободой? Это называется возможность успокоить, утихомирить тело. Я все время для него работаю. У меня есть возможность тяжело поработать, чтобы выполнить его желание. Это у меня называется свобода. Я раб. Наука Каббала говорит, ты можешь отключить себя от всего, как будто ты свободен. Пойди жить в лес, устрой там дом, будешь один, ничего, никакого мира, ничего. Придется обеспечить себя всем тем, что хочешь. Это тоже рабство. Я отрываю тебя от желаний, от всех желаний, чтобы не хотел ничего. Будешь выше этого, тогда ты будешь свободен.